Всем привет, YouTube привет. Вот очередная работа, я все делаю. Но речь пойдет о том, что на улице холодно, у нас плюс 1 градус жары. Приходится топить. Чем я топлюсь? Для растопки вот такие палочки большие, в основном ДСП. Это любимый мой вид топлива. Вот. Кто-то там говорит, что я там на помойках все беру и далее. Все это чушь, людям хочется позубоскалить. А на самом деле, вот у меня температура была, вот она, 12 градусов уже, если видно. Вот этот вот почему-то нифига не показывает, батарейки меняешь, он уже, то есть подустал. 12 градусов, пришел было 11 градусов, вот. Поджигаем, разжигаем. Я сейчас открою, чтобы... Сюда. Вот такая красота. Печка уже им вошла. Вот они, вентиляторчики. Как мы видим. Вот, вращаются все. Вот. Значит, 4 с этой стороны. И 3 вот с этой стороны. Вот они тоже. Вот они все у нас крутятся. Ставим их на небольшом расстоянии. И все, и нормально. Идет дополнительный отдух. То есть отбор тепла больше идет. Вот. И все нормально. И труба горячая. Сейчас померим у нас температура, чтобы искать не голословно. Есть такой. И пирометр бог, что ли? Ага, надо батареечку поменять. Сейчас поменяю. Ну что, я померил приборчиком. Крона показывает 0,8 вольта. Ну вот у меня есть запасные, я очистил. Еще одна, вот она в запасе лежит. Я люблю, чтобы все в запасе. Сейчас заряжаем и продолжим. Ну вот. Все заработало. Смотрим. На печке у нас 250 градусов. Здесь поменьше, поменьше, поменьше. 180. Здесь. Вот так у нас. Все самое интересное. Вот здесь поменьше. А здесь... побольше. Почему? И вот пошло как бы уже остывание. Вот я по трубе веду, вверху у нас 60, 54 даже. А здесь вот у нас 80, даже 90, вот в этом районе. Интересно, конечно, да? Вот походу я об этом и думал, вот смотрю. Сюда вот можно такие же вот, как вот эти трубы наварить елочкой и сделать дополнительный отбор тепла на трубе, чтобы наверх уже шло поменьше. Можно, конечно, тупо вот сюда направить вентиляторы, допустим, оттуда, откуда-то. Все равно вот на стене мы смотрим, да, там 18 градусов, 20, там воздух прохладный. А здесь у нас 95, то есть разница в 70 градусов. И попробовать можно и так. Ну что, я как бы попробую. Зачем топить улицу? На улице сейчас плюс один, смысл это все топить. Вот, ну и что, вот меряем опять же на выходе. 180, 180, 180, 190. Тут 169. Вот здесь получается горячей. Почему-то 200, 200. Интересно, к выходу. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что руку я подношу, идет хороший теплый воздух. Если помещение быстрее у нас отапливается, вот, и все будет хорошо. Вот, и там градусничек виден, не виден. Он показывает 13.
И сейчас натопится быстренько, и все будет хорошо. Без вот этих вентиляторов, вот блочок питания от них, без вот этих вентиляторов, это бы дольше. Ну, скажем так, тот же самый результат, но минут на 40 надо больше было топить. И смысл мне ждать эти 40 минут, когда он, я очень давно купил эти вентиляторы. Вот, не работают до сих пор. И все как бы прекрасно. Вот, а тяга вот сумасшедшая. Вот, ну, я так по дрова не буду и улицу топить. Смысла нет. Я вот прикрываю и... Здесь то же самое. Закрываю на минимум. А там вообще закрываю полностью. Там, где уже сегмента нет, там все равно идет где-то вот такой пятак, как бы круглый. И в нем вырез где-то, скажем так, 1/3 часть. То есть даже перекрыв вот эту коночку, как мы видим, вот все равно там есть хороший отток. Есть хорошая вот здесь вот подача, в принципе, достаточно. И... Отдача идет очень даже хорошая. Я вам показывал, там по 200 градусов воздух идет температурой. Так что да, быстренько в гараже становится тепло. Вот. Труба у меня моя, высотой 7 метров. Один только вот здесь у меня поворотик под 90 градусов. Вот он. И все. А остальное труба моя. И довольно-таки хорошая и горячая обстановка. А это хорошо, когда на улице холодно. Работаешь в гараже и тепло. Ну вот, теперь можно заняться непосредственно работой, вмятинками.